Всем доброго утречка. Снега нет, остатки снега. Но вчера такой мороз был, и вот на ночь была просто стеклянная дорога. Я смотрела перед тем, как уснуть, это вообще. Ну, сейчас вроде бы так, ноль. Угу. Я вот смотрю на градуснике, ноль. Ох, автомобилистам, конечно, непросто. То оттает, то опять замерзнет. В общем, аккуратно будьте, аккуратно. Сын мне говорит, мам, во вторник вроде, говорит, обещали в Москве ледяной дождь. В общем, держитесь, говорю, аккуратненько езди. Ну, по МКАДу лететь. А там летят. Ой, там летят. Он едет с Люберец, а до Москвы, в Москве работает. Это что-то. Я когда по МКАДу еду, аж себя сжимаюсь в комок. Ну что, ребята, мы смотрим билеты на Новый год. Хотели билеты взять с Аленкой в купе для инвалидов. Там два человека могут ехать, инвалид и сопровождающий. Но посмотрели, все, в общем, шестой вагон, есть такие места, все свободно. Внесли СНИЛС. И там отвечает то, что до 19 числа декабря ждем. Если будут колясочники, преимущество будет колясочникам. А потом уже остальные инвалиды, вот она по слуху инвалид, поэтому преимущество у колясочников. Вот ждем до 19 декабря. И мы хотели вот это купе взять и рядом, чтобы Коля, место было ему. Вот, в этом же вагоне, только какой-то двухэтажный поезд на втором этаже, если он будет, например, там места были. Будем весь день до ночи. Здесь, значит, кресло есть. Вот как Алена ездила, уже кресло. Два места, одно верхнее, одно нижнее. Стол, телевизор. И, в общем-то, переодеться здесь можно и поесть, и, в принципе, кому-то полежать, кому посидеть. Вот, и потом спать он может, Коля, уйти на свое место, куда там, где возьмем. В общем, вот так вот мы посмотрели вчера, но нам вот был пока отказ. Отказ в том, что вот если вдруг поедут колясочники. Такие у нас дела. А вчера я пирог не пекла творожный, и пока я искупалась, в бассейне поплавала, пока погуляли, напекла штук 15 сырников. Да, осталось уже два. Ну, хватит мне два сырника, сейчас кофе и на работу. Эть, кто тут? Зайка? Зайка моя. Их ты мой зайчик. Ах ты мой зайчик-побегайчик. Че ты так валяешься-то? Вот он, потягушки. Потягушки у зайчика. Ну, зайчонок. Бась, так тебе удобно? Ты лежишь, так удобно тебе? Скажи, ну раз лежу, значит удобно. Раз так лежу, значит удобно. Вот весь свесился, одна попа только там на диванчике. Баксик, баксик. Пришла в спальню посмотреть. Листья упали? Нет, не упали. Представляете, вот висят. Вот, один карагач остался. Волгу нам закрывает. Тополя вон лысые какие. Синички. Прыгают. Ух ты, прям морозненько так. Прям морозненько. В школу дети идут. Кстати, пеликан у нас. Вот тут пеликан. Его все вывески вон убрали. Все убрали. Будут его переделывать. Каждый раз стоят какие-то машины. Начальство, видно, что-то там делают. Какой-то новый магазин. Очень удобно, я с работы иду оттуда, спускаюсь, и прям вот молоко, хлеб, это вообще необходимо. Но если будет хороший магазин, например, как Пятерочка, то мы будем и другие какие-то брать вещи, такие как колбасные или еще какие-то там, сыр. Ну, в общем, Пеликан был, конечно, отвратительный, просрочка и все такое. Он такой вонючий магазин был, хоть бы хороший сделали.